Сегодня уже до обеда посетило нас примерно 100 граждан Российской Федерации. При себе им ничего иметь не нужно, кроме паспорта. То есть здесь представлены паспортно-визовые службы Приволжского района и Вахитского района, так как эта улица Эсперанто разделена на два района. Вот. И также представители расчетного центра, который нам помогает заполнять бланки, листки прибытия, так называемые. Вся процедура занимает примерно 5-7 минут. То есть заполняются листочки, мы переставляем штампы в паспортах, и все. То есть никаких сложностей нет. Наши юристы также предоставляют заверенные копии постановления о том, что улица переименована. То есть дальнейшие действия граждан, вернее, им уже ничего дальше делать не нужно, им только нужно прикладывать это постановление. График работы с 8 до 8, шестидневка, то есть суббота включительно, так как многие граждане у нас в субботу отдыхают и могут прийти к нам только в субботу. В воскресенье все отдыхают. И, ну, это неограниченный срок, то есть условно 2 недели, но, естественно, это может и быть продлено до месяца и более. А как настроены потребители? Ну, вы знаете, все по-разному. Есть граждане, которые возмущаются, а есть граждане, которые очень положительны. То есть и те, которым вообще без разницы. Соседка пришла из соседнего подъезда и говорит, вот так и так и так, нужно ставить вот прописку другую. Я говорю, а кто вам сообщил? Это мы узнали только вчера. Я говорю, я не слышала. Я сказала своим соседям, и все пришли. Молодцы, прям активные граждане. Ну как же, конечно, это же нужно, это же для нас.